Поехали, брат. А зонт? Кабриолет. А куда едем? Брат, куда может поехать грустный человек? В караоке! Значит, трек 340 всем тем, кому когда-то изменяли, посвящается. Друзья, не грустите, ведь в мире столько кайфовых ситуаций. Не важно, что будет в твоей жизни, и где бы ты ни был сам. Забудь о всех проблемах и просто начни жить в кайф. Какой же кайф! Заправил пододеяльник с первого раза! Какой же кайф! Бросила девушка, а завтра 8 марта! Какой же кайф! Бросаешь мусорное ведро, бумажку не глядя, и попал! Какой же кайф! Когда попал в пробку, перестроился в соседний ряд, и он движется. Какой же кайф! Когда купил пачку фисташек, открыл, а они все раскрытые. Какой же кайф! Давай уже в кредит. Когда накосячила ты, извиняется он, да? Возможно, кайф! Когда стоишь в конце очереди, открывается новая касса, и ты первый! Какой же кайф! Таксист хотел 100, ты вызвал Uber за 50, это тот же таксист! Какой же кайф! Доел шпроты корочковым маслом, так опустил я... Какой же кайф! Скоро выборы, а ты продавец гречки! Какой же кайф! От смысла этой песни до боли прост. Не важно, какой день сегодня или год. У тебя нет забот, у тебя все пройдет. Давай плыви ты по течению своих хлопот. Скажи, какой же кайф, и это не забывай. Плевать на проблемы, плевать на печаль. Забей на дела и живи не спеша. И какой же кайф, пусть поет душа. Какой же кайф. Какой же кайф. Сборная армян Украины Джан, находите кайф во всем. Спасибо.